Окончил в 1972 году Горьковское театральное училище. И сразу же был принят на работу в Пензенский областной театр драмы им. А. В. Луначарского. За 10 лет работы на этой сцене им было сыграно более 40 ролей. Среди них Чешков, «Человек со стороны», и Дворецкого, 1972 год. Адмирал Степанов, «Дело, которому ты служишь», Ю. Германа, 1973 год. Босс Финли, «Сладкоголосая птица юности», Т. Уильямса, 1973 год. Клавдий Горецкий, «Волки и овцы», А. Н. Островского, 1973 год. «Лорд Уиндермир», «Вир леди Уиндермир», О. Уайльда, 1974 год. Бусыгин, «Свидание в предместье», А. Вампилова, 1974 год. Лопатин, «Из записок Лопатина», К. Симонова, 1975 год. Антон Зыков, «Зыковы», М. Горького, 1975 год. Михай Груя, «Святая святых», И. Друце, 1976 год. Григорий Мелехов, «Тихий Дон», М. Шолохова, 1977 год. Никитин, «Берег», Ю. Бондарева, 1978 год. Макар Нагульнов, «Поднятая целина», М. Шолохова, 1979 год. Бен Хаббард, «Лисички», Л. Хайлман, 1979 год. Отелло, Отелло, У. Шекспира, 1982 год. В 1983 году Виктор Смирнов был принят в труппу Александринского театра. Его первой работой на прославленной сцене стала роль Пугачева в легендарном спектакле Ростислава Горяева «Капитанская дочка», По. С. Пушкину, 1984 год. Эта роль принесла артисту несомненный успех и тотчас же выдвинула его в число ведущих мастеров театра. В ряду последующих работ Виктора Смирнова нет проходных ролей. В 1980-1990-е годы артист был занят практически во всех крупных постановках театра. Среди его работ того периода «Железнов», «Васа Железного», М. Горького, 1985 год. «Метрич», «Власть тьмы», Л. Н. Толстого, 1986 год. «Москалев», «Дидюшкин сон», Ф. М. Достоевского, 1987 год. «Писатель», «Самоубийца», Н. Эрдмана, 1988 год. «Шаляпин», «Колокола», Ю. Нагибина, 1989 год. «Скотинин», «Недоросль», Д. И. Фанвизина, 1990 год. «Большов в комедии», А. Н. Островского, «Свои люди», «Сочтемся», 1990 год. «Гамлет», а затем и «Клавдий», «Гамлет», У. Шекспира, 1992 год. И 1997 год. «Отелло», «Отелло», У. Шекспира, 1993 год. «Бугров», «Платонов», А. П. Чехова, 1994 год. «Чебутыкин», «Три сестры», А. П. Чехова, 1996 год. «Фамусов», «Горе от ума», А. С. Грибоедова, 1996 год. «Он», «Сори», А. Галина, 1996 год. «Шаляпин в моноспектакле», «Прощай, Россия», созданном по мотивам автобиографической прозы Ф. И. Шаляпина, «Маска и душа», 1999 год. «Патриарх», Борис Годунов, А. С. Пушкина, 1999 год. «Дон Луис», «Дон Жуан», «Мольера», 2000 год.